Вот сегодня у нас 5 число. Кошки набились тут. Сколько кошек. Еще они тут. Вот на столе одна лежит. Вот какая-то седая. Ну, соскочила сверху голубая. Ну, еще убежала. А это у нас рядом растет береза. А вон на березе сколько еще их. Черная. Дальше серая. Я сейчас так ошел, здесь 4 кошки на дереве сидит. Что-то у них тут та с ошейником видно чья-то. Вот так. У меня голуби тут не могут никак определиться. На ночь остаются на улице. Вот так. Ну, рядышком она тут сидит. Это стол у нас, за которым идут занятия. Киса хорошая. Вот она какая. Ну. Ну и чё? Ну, кс-кс-кс-кс. Киса. Ой, киса моя, киса хорошая. У нас тут скворечник. Володя повесил его. Вот она опять пошла. Я же сказал. Надя, ну сказал же, возьми, пожалуйста. Ты что ты делаешь-то? Она же мешает, голуби не могут залететь никак. Она бегает около, не могут напиться. Ну сказал, подержи. Ты это специально мне вредишь или что? Голуби-то, ну не могут напиться-то. Она бегает около воды, около тазика. Целый день играли. Видишь, она от нее прячется, она совершенно не может поправиться с ней. Знаешь, она привыкла убегать. Неполных 3 года и с ребенком ничего не могут сделать. Почему? Без наказания. Вот эти голуби у меня остаются на улице. А это не ладно. Весь вечер все про мать его Саруса. 28 мая 1987 года из Западной Германии прилетел 19-летний юноша и посадил самолет на Москворецком мосту, кажется, и подогнал его прямо к собору Василия Блаженного. Ну и шок как смотрит. У меня в то время, прям сразу, 87 год, я был в это время еще в лагере, кажется, да, и написал письмо. Не письмо, а стихотворение, вот как правильно сказать. Там все учитывается. Кать, Моника тут нигде не поминает мать. Он страну Лагонию хотел сделать, думал быть патриархом. Я это все учел и написал. Да.